то, что мне не нравится. На 95-м, там, где выставлены фотографии погибших бойцов в АТО, поставили бигборды. Это очень цинично было. Невероятно. То есть у меня просто однозначного ответа нет на этот вопрос, как бы, почему так произошло. Но, скорее всего, это зависело от тех дизайнеров, от тех рекламодателей, которые отвечают за эту площадку. Они вообще не соображают. Вот для них главное деньги. Ну как можно было там поставить этот бигборд, когда ну, куча погибших, там рота погибших людей, а вверху Зеленский там с золотым украшением там, написать «Золотой век». Разве это соотносится все с этим «Золотым веком»?